Всем привет! Сейчас запишем программку, которая ищет операционные системы. Еще до входа на ваш компьютер работает она с флешки. Если у вас по каким-то причинам компьютер вообще не грузится, в большинстве случаев она позволяет найти операционную систему и загрузить ее. А там уже можете настраивать загрузчики и так далее, тоже дело ваше. Значит, посмотрим. Вот у меня есть флешечка. Значит, я ее сейчас вот так вот нажму, чтобы она отформатировала ее. Выставлю вот такую вот опцию. Group from RAM. И, значит, посмотрим. Вот она у меня, значит, находится вот здесь. Я запишу, значит, ее. Она сейчас отформатирует у меня флешку. Размер моей флешки где-то там 8 гигабайт. И, значит, на нее, значит, вот запишет эту программку. Ну, по желанию я, значит, могу еще добавить туда в том же варианте Group from RAM. Acronis, он меня, как говорится, не раз спасал. Здесь запись займет несколько больше времени. Ну, программа эта хорошая. Позволяет управлять разделами жесткого диска. Acronis здесь директор. А вторая программа Acronis TrueImage позволяет восстанавливать образы, которые вы ранее создали, на жесткий диск. Размер, вот видим, 548 мегабайт. Скажем так, программа небольшая, но очень полезная. Так что я многим ее рекомендую. Так, программа, значит, записалась. Ну, теперь посмотрим на флешке. Вот так выглядит менюшка. В него, значит, заходите. И вот поисковик операционных систем здесь. И программа Acronis Bootable Media находится вот здесь. Обе программы, значит, именно хороши и выручают пользователя в самых критических ситуациях. Значит, найти операционную систему — это OS Prober. Acronis — это управлять разделами жесткого диска и позволяет восстановиться практически из ранее созданных образов на любой раздел. Она называется полностью, у нее название Boot, Super, Group, Disk, Гибрид. Там тогда я ее переименовал и сделал короткое название OS Prober, то есть поисковик операционных систем. Вот встаем на нее. И прямо первая строчка здесь, так она и стоит. Выявить любую операционную систему. Detect any OS. Нажимаем. И вот она сразу выявила у меня две операционные системы. Значит, PC Linux и Mint. Ну вот, встаем, допустим, на Mint. Я просто уже знаю, что это 3.16 ядро, помните, да? Нажимаем Enter. Пошла загрузка системы. Я снимаю в режиме реального времени, чтобы вот полностью вы видели процесс работы этой чудесной программулины. Потому что, ну, никак другими образами заснять нельзя, снимаю только через мобильный свой телефончик. Ну, показать, как это работает, нужно, потому что
У пользователей всегда, значит, они при помощи Юмика смогут записать всю эту программку на флешку. Там она абсолютно крохотулечная. И всегда пользоваться ею в самых критических ситуациях. Этой программой я пользуюсь очень много лет, я уже не помню, там лет 10, наверное. Вот. Везде она работает. Вот, как видите, результат налицо. Значит, система взяла, значит, и загрузилась. Вот что, собственно говоря, и требовалось доказать. Итак, как скачать этот файлик? Вот под любым из моих видеороликов имеется всегда ссылочка на мой блог. Вот, мой блог. Идете по этой ссылочке на мой блог и нажимаете вот «Зайти в мою кладовочку на Мега». Зашли на Мега, Windows, идете в WinProx, программы для Windows. И вот он, вот этот файлик, OS Prober. Правой кнопочкой «Скачать», «Обычная загрузка» и «Показать, как идет загрузка». Вот и все. Загружаете себе этот файлик. У него размер абсолютно крошечный, 1,5 мегабайта. Скачаете быстро. И в среде Windows программы Yumi, она позволяет создавать сразу несколько разных там программ на флешке и операционных систем, его себе записываете, ну, как это я показал вот в предыдущей части. Вот и все. И смею вас уверить, что вот такая вот крохотулечка, программулечка вас спасет от многих и многих неприятностей. Ну ладно, желаю, значит, всем всяческих успехов и удач. До новых встреч!